Доброго времени суток, друзья. Будем мы сегодня гамать, играть в World of Tanks. World of Tanks. Он, наверное, в последнее время сейчас будет появляться гораздо чаще, чем до этого. По той простой причине, что времени у меня по-прежнему очень-очень мало. Вот. А World of Tanks не требует предварительной подготовки к записи. Как только появилось время, включил и сразу играешь. Чем мы, наверное, с вами и займемся. Тут какая-то акция вновь появилась. Утроение. Так что я не думаю, что сегодня будет много побед. Думаю, наоборот, будет много поражений. Понравилась мне одна из акций. Огневая мощь. Надо набить, я так понимаю, до 23 февраля. То бишь за 2 дня получается 75 тысяч урона. За это дадут маскировочную сеть на халяву и досылатель. Но учитывая количество моих танков, в принципе, вещи нужные, учитывая их стоимость где-то порядка миллиона, то они мне явно пригодятся. Ну что же, поехали в бой. Покатаем, постреляем, посмотрим, к чему тут стремится игра и ее игроки. И т.д. и т.п. И вообще давно не играл. Руки-крюки. Забыли, какие кнопки нажимать уже наверняка. А сейчас будем сливать. Топ. Нас к десяткам, да? Ну тут такие дела. Тут хэви, если только. Наверное. Ну, кто еще туда может поехать? Из мелочи что-нибудь. Гриль на полке, Т-30 тоже. Ну, посмотрим. Так, ну, первый бой у меня, как всегда, все зависло, все повисло. Вот, отвисло, мы поехали без звука. Сейчас звук нас догонит. По любасу. Так, со мной кто? Ну, Семка, Лева, я так понимаю. Еще одна десятка. И СТ-шка тоже решили вроде бы как присоединиться. Вперед! Ну вот. И да поможет нам ФБР! Звук нас догнал. Аллилуйя. Аллилуйя, звук догнал. Ну, поехали. Так, с нами еще и 2 СТ-шки упарываются, 10-е. Но это, кстати, плохо. Что-то они как-то правый фланг совсем оставили без никого. Ох, ох, и бат, и тройка, и хэви. Много ребятюнь. Теперь у них там сквозняк. Хорошо. Бат сошел с ума, это очевидно. Минус десятка, это по фэншую. Так, а вот это было сейчас обидно. Так, карты-то в бою нет, это хорошо. Сейчас мы постараемся их объехать. В попку объехать. Сейчас дуршлаг его превратим. И покарать. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это обидно было. Не пробило этого супостата. Вражеская машина подрезана. А вот теперь пробил. 4-0 выигрываем. Очевидно, что мы здесь всех сейчас покараем. Почти насквозь. Нормально. Там вижу еще скорпиончика. Уже не вижу скорпиончика. Кстати, противник прорывается. Ох. Гриленыш, скотина. Боеукладка чуть не жахнула. Ох. Поехали. Ох. Как нас покарали, друзья. Покарали. Покарунгером. Так, спускаемся вниз. Тут гриль.
6-1, 6-1. Ну, спешить не будем. Для гриля шотные. Давайте как-нибудь через елочку. Но он с полки то ли уехал уже, то ли маскируется, гад. Понятно. Но пока что его не видать. Ну, давайте выдвинемся в эту сторону. Смысла сидеть на месте нету. Так, может, хоть плюшку еще дадим. Счет более чем нас устраивает. 7-2. Так, вот Т-30 с этой стороны или не с этой? Непонятно. Хорошая цель, неподвижная цель. Отлично, только нахрена его было гуслить-то, блин, дядя? Вражеская машина продрявлена. Вот. Вот. Вот это я понимаю, вот это камильфо. Ну-ка, грица, он нас перехитрил. Хотя бы в следующем бою. 430-й, где ж ты был, друг? Друг, где ж ты был? Не дали нам последнюю плюшку сделать. Этот засранец нас перехитрил, он резко остановился и произвел выстрел. Фаталити нанес, можно сказать. Но тем не менее, 11-7 уже. Ничего себе. Как все поменялось-то? 7-1. 11-7. Обалдеть. Но тем не менее, мы захватываем базу. Победа. Первая победа. Это хорошо. Это шикарно. Шикарно. Ну и поехали дальше. На чем поедем? Давайте еще на тройке сгоняем. А вот он. И с третьей. Мы редко на нем теперь играем. Раньше-то я на ГК. В отрядах частенько на нем нагибал. А вот в рандоме как-то о нем совсем забыл. Старый добрый Иосиф Сталин. Number 3. Ну давайте вспомним былое. И у нас Малиновка, 8 левел. Шансы 66, это нормуль, это хорошо. Тем более, что топы все зелененькие. Это не может не радовать. Поползем мы яму на гору. И будем там жбах, тарабах, бах-бах. Ну и надеяться, что в нас в моторное отделение не прилетит чемодан от Буратоса. Там. Это самый страшный для нас враг. Далеко ехать. Ну надо. Надо, Федя, надо. Лёха, трогай! Я тебе сейчас дам раш по центру. На позицию давай. Действительно. Развернем башню. Вдруг какая-нибудь цель в засвете покажется. Мало движущаяся. Может же быть такое, правильно? Может. Но нет. Нет. Каких-то отчаянных светлячков в командах нету. Бульдог у нас, он решил занять позицию более привлекательную в кустиках. Но тем не менее, я вижу, наша ПТ-шка одна спалилась. И нам навешали уже люлей. Люлей навешали. Я так думаю, сейчас ПТХ вообще сдохнет. 71-й летает разведчик. Так, и у них идет прорыв шестерки по краю. Учитывая, что у нас все уехали практически с базы-то, это есть плохо. Так, Лео кончился. Ну и мы у них СТ-шку забрали. А, можно сказать, немножко даже разменялись танками. Так. А вот этого товарища случаем не? Случаем, да. Да, случаем.
Вполне возможно, что мы даже попали, друзья. Сложно так судить. Ох, мать. И он исчез. Блин. Блин. Ну вообще все весьма печально, на самом-то деле. По той простой причине, что в город у них много едет танков, а я-то один здесь. А у них и тройка, и КР, и ВКшка, и хренашка. Ну что, завлекать их как-то? И потом вниз откатываться он по 3 ПТ-хе. Можно, конечно, попытаться. Воу. Тут уже он тройки ездит. Не шутя. Так, ВКшку забрали. Броня не пробита. Не пробили друг друга. Попали где-то к башням ближе. Вижу арта шмаляла. Куда поехал? Чемодан забыл. Механизм шель задело. Не отсветился, друзья. Не отсветился. Погнали! Да чтоб тебя! Да. Это есть печаль. Это есть печаль. Буратос нас покарал наполовину ХП. Ну вот как, ну одному ехать давить тоже я же не могу, блин. В одного против троих. А эти никто не поехал, они все решили в лесу остаться. Мол, нам тут прикольней. Так, а эти, я смотрю, они все вниз спустились, да? Ну, арта, ты будешь работать-то? Нет. Мне здесь неудобно. Мне надо корпусом выезжать сперва. Хорошо, хорошо, карайте. Видите? Нормально. Дали, наконец, плюху первого. Это уже радует. Ну и вообще, ведем 8-4. Мы тут на переднем краю борьбы, понимаешь ли. Вот с дамагом совсем, конечно, у нас плохо. Но тут так вот сложилось у нас, к сожалению. Так, какой-то фриз был, непонятно. Что-то мне подлагал немного. Как не попасть можно было, я не знаю, друзья. Но факт остается фактом, я не попал в эту ПТ-шку, и он арта добрала. Вроде и свелся, и весь танк был в круге. Ну, не знаю. Не зашло. Все-таки техника советская. Порой такое случается. Так, давайте займем позицию за мельницей. Я здесь никого не вижу, друзья. От слова совсем. Арта, сводись. Вау! Ну и вот как, и вот башня не склоняется. Башня не склоняется, и хоть ты... Вот ты хоть ты тресни.
почти насквозь. Хорошо. Покарали. Ладно, пойдем перк стресса. Куда поехал? На меня покарала Боротос. Боротос покарал. Ну и обидно, конечно, одному весь бой на этой горе против троих противников. Хорошо, они на меня хотя бы в раш не пошли. Ну, зато наши СТшки как-то посередине там ползают. Ну и с дамагом, конечно, вообще печально. Считайте, дали только две плюшки, но это вообще ни о чем. Ну, я надеюсь, сейчас догадается какая-нибудь СТшка поехать сперва за артой. О, там еще Т-34 он. Но он шотный уже. Хотя и наш шотный. Отлично. Счет сравняли. Противник весь шотный, но тем не менее его еще убить надо. Тройку забрали, он ТВП наконец-таки сейчас заберет. Чертова Боротоса, который меня покарал. Отлично. Это, именно этой мести я и ждал. Именно этой мести я и ждал. Можно переключаться на следующий вид техники, друзья. На следующий. Так, на чем поедем? Из советов. Давайте шпалы, шпалами побросаемся, друзья. Возьмем бревномет. Я надеюсь, вам не слышно моего соседа, потому что я своего соседа, сука, ее услышу уже на неделю, когда дом бываю. Че они там сверлят? Я не понимаю. Наверное, у каждого ютубера вот есть свой сосед, который всегда сверлит. Именно в тот момент, когда он начинает заниматься. Ну, я просто... Ну, я не знаю. Это писец какой-то. Такое ощущение, что вот он... 3 года сверлил скотину. Во взвод. Отстань. 3 года сверлил, нашел арматуру в бетоне. И вот теперь ее пытается с перфоратором, с ударом перебить эту арматуру. Вот сугубо тут такое впечатление. Потому что что еще можно столько времени пришло хреначить? Пришло время показать, на что мы способны, а они не способны. Так, у нас из 3-й победа, да? Это хорошо. Кстати, не вкуриваю я, куда мы поедем. Не вкуриваю. Отлично. Союзник разбил союзника. Луч как-то смог охреначить А-43. Топа, между прочим. Потрясающе. Техника на грани фантастики. Утопил он его, что ли? Ты отвлекся, не заметил этот момент. Ну, походу. Так, ну наши трое, я смотрю, на замок очень активно поехали. Ну что ж, давайте им, наверное, в этом поможем как-то. Там я вижу и КВ-2. Я же видел. Ну я же видел. Видел. Оу. Ребята, это жопа. Это жопа. Чё ты уехал-то? Вернись, паскуда тварь. Но мы здесь долго не проживем. Я тупо слепой. Мне сейчас какой-нибудь хилкат будет разбирать. Мама, не горюй. Но это проигрыш.
У нас ну, там классы ездят. Надо было, как обычно, в своей стороне зачищать. Ну, я, блин, хотел поддержать трое. Поехал наших сюда. И благополучно слили. Засранцы. Знают же прекрасно, не в первый раз же играть, что замок всегда тут до хрена народа. Так нет же. Шашкой наголо. Вижу КВ-2. Пробил, как нож масло. На 876. Мы ему впиндюлили. В ответ ком пропустил. Промахнулся. Что меня порадовало. Зато хилкат. Хилкат нас видит прекрасно. Трак разорвало, придется куда постоять. Чинимся. Гусов повредило, порвут КВ-2 в любой попал. Бак поврежден, теряем драгоценное топливо. Прибором наблюдения хана. Ах ты ж, блин, арта. Ну да, куча еще и арта нас решил доконать. Ну это жопа, как я и говорил. Хилкат он с трубою, с маскировкой. Я его просто тупо не вижу. Пу-п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 у
акустики, чтобы хотя бы еще плюшку хоть дать одну по кому-нибудь. Ну, конечно, союзники меня расстроили серьезно. Такой толпой поехать, так безбожно слиться. Впору хоть топиться. Конечно, маскировка от бога. Ну ладно, хоть какая-то. Ну, долго мы тут все равно не протянем. Бой уже проигран. Это очевидно. И вон скотина Хилкат уходит на середину. Подонок. Ему-то хорошо, а мне-то что делать? Я его ждал. Он единственный там целый. КВ там осталось 100 с копейками. Т-50 ждать тоже не вариант. Там 200 хп жизни. Ну, писец. Просто писец. Ну, отлично. Я в свете. Сейчас какой-нибудь шальной снаряд... Ну, как говорится, нагибалка еще не выросла. Прилетел-таки шальной снаряд от КВ-2, который тут где-то стоит. Да. Да. Изначально неправильно выбранное направление, как я уже говорил. Но хотел как лучше. Хотел поддержать своих. Как итог. Итог вы видели. Так, тройка. Нормально, нормально, нормально. 1000. Ну, 1000, конечно, мало, мало. Хотя, смотрите-ка. Смотрите-ка и не видите своим глазам. Су-100М1. А, это мы попали, знаете, когда? Когда мы кидали, он стоял возле часовни. Мы попали в него. То бишь, 1000 дамага. Ну ладно, хотя бы 1000 есть. Ну и нафиг этого КВ-2. Поехали на большой бабахалке. Посмотрим, нагибает ли 268 нынче, али как. И у нас зимний Химмельсдорф. Попали мы к десяткам. Ну, это логично, да? Что десятка попала к десяткам. Я бы, конечно, не отказался от каких-нибудь, я не знаю, шестерок. Бугага. Поковырять их.
Хотя там дамаг, наверное, не было. Вот семерки, да, семерки. Вот, вот уже вещь. Да, ну что, куда мы? Куда мы отправимся с вами, друзья? Говорите, мы туда и поедем. В банан я не поеду. Там слишком высокие насыпи для этого танка. То бишь, либо на ЖД, либо в гору. Собрались, ощетинились, напрягли свои стальные булки и поехали бить врага. Поскольку мы стоим ближе к горе, то туда и поедем. Здесь СТшки. Да еще Т-30 спрется. Чума, чума. Чума, чича, чума. Так, бачат. Бачат уже тут. Второй бачат уже тут. Они покарали нашего Т-49. Они прорываются. А мы сейчас попробуем вот этого покарать товарища. Бегом гусли чинить! Заряжающий! Заряжающий! Твою душу! Нет у нас больше заряжающего! Отлично! Отлично! Покарали одну СТ-шку ихнюю. Правда, альфа очень маленькая, но СТ-шка добила. СТ-шка добила. Бат, я так понимаю, О, на косарь покарала арта. А вот это сейчас было обидно. Вот это сейчас было обидно. Всем бояться, танком управляет контуженный мехвод. Вот суки. Пробитие! Держи, плюхан! Ничего, ща мы танк. Да как ж ты выцелил, засранец? И всех расхреначим. Прям там осталось-то, блин, выцелил, засранец. Выцелил. Ну и обидно, что не пробил я в башню этого. Как его, господи, Кранвагн. Ну, шведа 10-го. По привычке с французами в башню дал. А башня-то у них бронированная, зараза. И не пробил. Надо было в маску шмалять. Вот. Получилось так, как получилось. Ну, вроде как выигрываем 7-2. Вроде тут все должно сложиться для нас успешно. Но, конечно, обидно. Обидно, что мы не надамажили его. Очень даже обидно. Было бы как раз двушечка. Ну, нормально. Можно смело помирать было бы. Так, ну, 140. Давай на СТ-хах прокатимся. Надо еще и 9-ю, кстати, тоже. Сегодня, в общем, день советов будет, друзья. День советов. Да-да-да-да-да. Уж коли мы замутили такое дело. Так, у нас там сколько по времени? О, еще только полчаса. Нормально, играем. Линия Зигфрида, друзья. Не люблю эту карту. Куда тут ехать? Шут её знает. По полям. Под грилёнышей. С артой. Них неохота. На ту сторону. Тоже особо делать-то нечего. Порт 7-5 готов накипать. Давайте где-нибудь там около города встанем. Может, найдем занятия себе по душе. Ну и на тот фланг он довольно-таки много народу поперлось. Mm-hmm.
Да, 268 выиграли, друзья. Что меня весьма радует. Проскочили здесь. Вау, на честном вау. Слове держится. Ты кто? Ты монгол? Сейчас дуршлаг его превратим. Ты после монгол. В любой момент. Ах ты ж монгольское вымя. Так, ну-ка стой на месте. Пробил, как нож в масло. Пробил, как нож. Масло. Надо бы еще тебя покарать бы. Маленького зверька. Аж скотина от нас пытается ускользнуть. Блин, раньше здесь вроде можно было проехать. Точно помню. Ладно, не будем. А то сейчас еще застрянем где-нибудь в непечатном месте. Так, Тартоса покарали, это хорошо. Ох ты ж ёб... Извиняюсь. Это было неожиданно. Там, сука, гриль стоит. Блин, ну тут ты как-то не вовремя выехал, ты, дружок. С своим 50Б. Сеня, куда ты наводишь? А мы не пробили. А мы тупо не пробили. Придется постоять. Пробитие с летальным исходом. Один есть, с почином. С почином. Фух, рикошет был. Вот мне повезло. Был рикошет. Это, конечно, жопа. Жопа, Новый год. Не, у нас же гриль как замаскировался, скотин. И стоит там. О, 50Б, а надо было так развернуться, да? О, какой вот я вот. Где-то он там. Скотобаза. Так, и здесь все занято, здесь тоже занято. Но спешить не будем. Спешить не будем. Ага, погасили, хорошо. Семерку погасили. Сейчас дуршлаг его превратим. Отлично. Е4. Убили. Покарали и убили. Ух. Мать жестока. Т-34, выползи. Т-34, в тебя верю. Я точно знаю, ты там есть. Пробитие через гуслю. Отлично, покарали его сразу с двумя выстрелами. 62-м. И его добивают. Блин, за столб зацепил. Гриль. Пустодротный гриль. Его убили. Гриль отстрелялся. Отлично! Перфорируем гада! Отлично. Пробил, как нож. Хорошо, масло. Еще дали плюшку. И едем за Артой. Цель понял.
Отлично! Цель потеряна, ищем новую! Убили. Я же думал, еще плюхан дам. Но нет. Нет, не уезжай, гриль. Ты у меня был в простреле. Ладно, 2500. 2500. 15.5. Нормально. Можно было бы лучше, но... Но меня испугал именно вот этот гриль. Когда почти наполовину хп, блин, гад. Так, что-то мы выполнили даже с вами. Какую-то акцию-шмакцию. Нам за это дали личный резерв. Он еще поддержку я получил. Что мы выполнили там? Проведенных боев. Или же. А, ну тут надо было вроде бы 10 танков повредить, что ли. Вроде как-то так. Ну, все, закройся, друг. Да, все шикарно. Пусть будет. Так, ну на чем покатим там? Покатим на чем? Ну давайте разнообразие ради на 261. Как с Гунзы. Как нашмаляем чемоданами. Порубкам. И другим агрегатным узлам. Чтобы нас боялись. И карта вполне себе подходящая. Лайфокс. Правда, арты много. Шухериться все будут. С этой стороны, значит. Ну куда? Тут либо в угол забиться, либо вот, вот в эту овраг спуститься. Я думаю, в овраг. Мы так будем поближе к технике противника. Пришло время показать, на что мы способны. Сможем в полной они мере не способны. Нафигачить гадом. Тем более мы арта такая средненькая, довольно-таки шустренькая. Если что, можно будет и перебазироваться. Это вот главное здесь вот так встать, чтобы нас никто не видел. Ну и все шикарно. Готовимся. Вон Т-44 шикарно едет. Он еще и остановился. Нет, только накрытие, не попадание. Немножко я неправ оказался. Но я, блин, 100 лет не кидал, друзья, так что не обессудьте. Надо снова вспоминать. ТД и ТП. Ну, вы меня поняли. Сколько у нас тут? 2 секунды. Блин, а покажите Исуху. Шойгу ей в ухо. Там Е50 ползают уже. Не шутя, тут он паттоны. Надо здесь помочь. Тут, правда, чтобы попасть, не все так просто. Вот, в паттона попали. Ну, это куда-то совсем уехал, друг. Так, надо вот так вот сделать. Отлично. Наш тышка. Тышка, шанс. И вернись. Не, хрен попадешь. О, ну ты совсем, друг. Куда там уполз. Давайте попробуем в рубку. Накрыл, осколками посекли маленько. Не долетел снаряд, а. Ну так хорошо шел-то, прям вот. По линии, но не долет, друзья. А так мы бы его забрали бы. Напрочь. Ну тут уже стрелять некуда, не уж там. Давайте, наверное, сводиться на город. Я смотрю, тут какие-то есть траблы. Вон Семка, например. Куда ты сворачиваешь? Вернись, я тебе все прощу практически. Осколочно-фугасные. Снова недолет. Да что ты, ну. Че не прет-то так?
просто жопа, друзья, просто жопа. О, сотка, хорошая цель. Ну, хорошая цель, она всегда не в простреле, да? Попал, молодца! Зашло на 522. Ну, 75-й, терпи, я как мог. Его приголубил. А то, что ты к нему трешься, это ты зря, друг. Но у меня нет ни одной цели в простреле. В данный момент. Одним меньше, зашибись! Хорошо, Семку снял. Семку снял. Наконец снаряд попал так, как он должен попадать. Ну и вот еще вот это вот Нибелунга снять бы. Вообще было по красоте. О, тут снимать тоже почти ничего. Ну, за домиком его хрен выцепишь. Если повезет, можно... О, оно с того фланга-то жопа. У нас там тройка одна, а против него хэви. Ну-ка, 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 еще. Не? Не? Ай, блин, а я уже нажал. Ну, давайте переводиться. Вообще, 7-8 мы проигрываем, как бы. Но этот сейчас гад пропадет из-за света. Это очевидно. Да и вообще тут ситуация такая, знаете, проигрышная. И 90-ик полетел в врыв, да, делать. Ну, вот если его загуслят, то не вопрос, а так... Я боюсь, тебе ничем помочь не смогу. А-а-а! Попал, но осколками присыпал знатно. Ну, немного зацепанул его. Но если бы он не отъехал, я бы его забрал. А так нам сзади едет хэви. И что-либо с этим сделать я совершенно не в состоянии. Вот если этот гад немножко сдаст еще. Ну, писец. Антагонист аннигилирован! Забрал! Только мне это не поможет, друзья. Хэви уже приехал. Ладно, пойдем бегство устойчивость прокачивать. Ну, 2200 влил, как бы. Ну, что я могу еще сделать? Как-то наши и на мосту слили, и в городе тоже ничего не сделали. Плохо, плохо. Но тут, видите, сотка у нас одна, она, походу, слила весьма-весьма печально. А у них и семка, и сотка неплохие были, и они город продавили. Обидно. Обидно. Но ничего не сделаешь. Ладно. Все равно бой был неплохой. Во, выполнили мы еще какую-то часть этой акции. Выведены из строя. Ну, вот еще осталось огневую мощь еще 65 тысяч вкачать дамага. Но я думаю, вечерком сегодня смогу погамать нормально. Возможно. Возможно. Тут загадывать нельзя. Нельзя загадывать. Ну, в тройке по дэмэджу. Нормально. Личный резерв. У меня их уже за 100 штук перевалило. Это хорошо, это качественно. Так. Но на чем мы не катали? Семка 430 и КВ-1. Ну, давайте, наверное, оттяжики скатаем. Тоже редко я его вывожу из ангара. Поскольку шмалять обычными снарядами против своих собратьев тяжелых танков 10 уровня практически нереально. Но вот именно в этом бою вполне себе можно. Поскольку оттяжиков-то и нету здесь. 50Б, ну это французский картон. И не пробьем ее так, что прям сразу, только ЕГУ, наверное. Но у меня, правда, простых снарядов всего 5 штук. Хе-хе. Стальная голда.
Да я уже 100 раз говорил, это у меня еще с ГК осталось такой. Такой расклад по снарядам. А изменить я у меня никак руки не доходит. Хотя надо хотя бы на 10 обычных снарядов поставить. Это уж совсем прям. Тактика простая. На каждого противника по 2 снаряда. Первый в БК, второй в воздух на его похоронах. Дэн-дэрэ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 -дэ
Порой читаешь название танка и даже не можешь вспомнить, что это за танк такой. Кто это, что это? Уже порой даже в нациях начинаешь путаться. И это кошмар. Когда уже марсианов введут, а? Кто не в курсе? Луноходы какие-нибудь? Марсоходы? Марсошахоходы? Было прикольно. Ну а чё, все равно фантастику играем. Почему бы нет? Так, как-то мне это не нравится. Чё-то я тут с этого края совсем один одинёшенек. ПТ-хи, вы чё там встали-то, дегенераты юные? Давайте домик сломаем, что ли. Че ты все тыкаешь, ё? Свети давай, не тыкай. Тыкалкой. Тут вообще опасно. Вон и суху забрали. Либо нефиг. Бульдога забрали. Кто там так веселится, баты что ли? О, Эмиль! Ну и тот фланг все слит. Отлично. Спрашивается, где наши десятки? Где Паттон? А ну он там. Здесь пока никого не видно. Слушайте, ну у них там 50Б. Так что я думаю, здесь только, ну, Краига, наверное. Да. Яга, леопард. Яга. Думаю о яге, вот я и яга. Так, ну что он у нас тут? Есть кто? Али нету никого. Ох ты ж мать. Это называется «Здравствуйте, я яга». Что-то мне как-то даже туда ехать перехотелось, честно говоря. Почти насквозь. На тебе на 530. Шайтанама. Шайтанама, кто-нибудь, помогите, спасите. Яги это, зрение лишают. Кажись, в гуслю попал. Не кажись, попал. О, рикошет. Ну-ка иди сюда, голубчик. Иди. Вражеская машина продырявлена. Леопардус. Ух, я же... Гусли-герь на соплях. Нас разули. Пробьёшь дивизию. Пробил. Газ, пробил. Этот засранец пробил. Отвлекся я на леопарда. Чем друг на Еге воспользовался и пробил нас. Выцелил он, походу, КБшечку. И влил в нее. Т-10, ты не прав. Вот ты был не очень далеко. И тебе надо было не куда-то там стрелять, а надо было просто тупо проехать в бок. Но видите, его как качественно леопард подстраховал. Ушел со своей линии прежней и пошел именно на меня. Ну, обидно, обидно. 1600 надамажили мы. Ах,
печалька. Не был бы там леопарда, мы бы с Егой разобрались бы. Ну, 8-7 шансы есть, в принципе, там. Сложно сказать, какие. Но шансы есть. Вон, ребят, которые остались на середине и никуда не поехали, теперь тащут. Типа герои. Типа, ну ладно. Не будем терять время. Тут это еще долго может длиться. Тем более, что остались ПТ-хи. Они теперь будут стоять 100 лет. Так, на чем мы еще не катались? Не катались. 430-й. Давайте попробуем тройной опыт сбить. Звездочку. Ну и предпоследний это бой. Сейчас на 430-м, потом на КВ-1 и будем завершать данную игровую сессию. Мураванка 33%, 50-кам, стандарт. Ну, поедем направо, в холмики, перехолмики. Будем пытаться что-то сделать. Пошмалять, повоевать. Вперед! И да поможет нам ВБР! Вражеская машина продрявлена. Ну, первый дэмэдж дали. Отлично! Второй дэмэдж дали. Теперь отступим, чтобы нас тут арта не покарала. Рикошет! Из чего же он, собака, сделан? Собака попала ему то ли в маску, то ли не в маску. Хрен его знает. Рикошет, да, блин, в башню, друзья, в башню. Ох, ох, мать. Хэви. Почти насквозь. На 308 мы его покарали. Но что-то мне как-то это, ребят, не нравится. Как-то тут это... Народу как-то, слегонца много... Пусто повредило, порвут в любой момент. Что-то как-то вообще писец много народа. Сеня, ты чем стреляешь? Ну да, аптечками? Аптечками, аптечками. Я даже сру ими. Так что не переживай. Отлично! Гусеница на честном слове. А держится. Чё, не пробил, да, дружок? Не пробил. Вот ты какая. Вот жопочка там, блин. Нашего танка. Повезло тебе, засранец. Меня арта убила. Так я еще бы надамажил. И ты шотным бы остался. Но видите, тут противник решил в основном поехать в лес. Тот фланг оставил, там у нас уже продавили. Одна ПТ осталась. А эти ребята здесь давят. Не шутя. Мне считается, с этого края чуть ли не в одну харю был. Тут еще кто-то, не шутя, он Т-54 еще был. Две СТ-шки прикрывал у нас ПТ. Две штуки. Как они сдохли, кстати, вообще вопрос отдельный. Наверное, арта покарала. Хотя и не похоже. Ну, шутить знаю. Ладно. Были у меня бои похуже, чем этот. Хотя, конечно. Обыдно. Но ехать мы уже не могли. Вот столько было. Хотя можно было бы, конечно, попытаться. Опять что-то выполнить, да что-то. И с 7-й победа.
Ну хорошо. И седьмой. Это там ребята, значит, ПТшки на середине зарешали. Ну что же. Не зря остались, значит. Не зря. Ну и последний бой на сегодня. На КВ-1. На голде, да, я... как меня там назвали? Тварь безбожная на голде на КВ-1 играет. Как-то так. Да, мы такие. Ну, нас еще и в топ закинуло. Священная долина, 31%. Типа, тащи, малой, тащи. Все, что утащишь, все твое. Молоды. Будем пытаться. О, а МХ-40. Так, я на нем никогда и не играл. Говорят, шикарный танк. Если к своему уровню попадаешь. Погнали! Че, тебя толкнуть, что ли, друг? Друг француз, тебя толкнуть? А ли ты сам шпилевили? Как хочешь. Т-28Э, Ф-30. Твою мать. Извращенцы. БТ-7. Сколько я уже, блин, времени не видел БТ-7. Да не счесть. Так, со мной Черчилль 3, это круто. У них тоже КВ-1 и Черчилль 3. Ну ладно. Морально я готов. Не попал. Попал. Обидно, что не попал-то. Так, 430-й проигрыш. Ну, тебя выцеливать это не по фэншую, друзья. Не по фэншую. Почти насквозь. А вот так вот я в тебя попал, дружок. Ну и сейчас мы вас с этой стороны обойдем. И я вам покажу, почему КВ-1. Пробил. Хорошо, на 409 мы вошли в Черчилля. А у нас не пробил. Ну я так думаю, его сейчас добьют. Ну его же добьют. Ребят. Блин, мне вместо того, чтобы ехать, я, блин, придется заползать. Добили. Хорошо. И у нас, друзья, проблем. 4-8 мы, собственно, проигрываем. Ага, у них КВ с того фланга был. И они прорвали. Что, да? Я к базе буду возвращаться. Сделал я вот такую вот окружность. 9-8 везем. Надо этот бой выигрывать. Я еще, в принципе, целый. Че, есть прострелы? Нет прострелов? Насрать, едем. Там еще он Черчилль едет параллельно нам. Тоже целый. Да, давай, вырывайся вперед. Отвлеки их. Ну ты меня не подрезай, на стену-то я. Сейчас все будет, ребят. Не дадим супостатам захватить родную хату. А, КВ-1 стоит.
Сводись. Обзора нет, вижу только снаряд, застрявший в триплексе. Пробили. Хорошо, пробили. Масло. Кто рулить умеет? У нас мехвод в бессознанке. И теперь нужно убить вот эту тварь. И ломаю домик, чтобы по нему стреляли. Обзор в порядке. Но я его не вижу. Приборы наблюдения нифига не поплятся, заряжай. Ну кто-нибудь еще-то зайдет, нет? Дивизию. Блин, ладно, в рапорте напишем, дебилы. Что 5 артиллеристы накосячили. Ну просто дебилы. Ну в чем проблема зайти сбоку, убить эту говно? 7 секунд, и они сейчас еще и не смогут сделать. Черчилль, что ты делаешь, дебил, кусок? Ой, господи. Ой, мать. Все, захват. Дебилы. Ладно, это 5 уровень. Чему удивляться-то? Чему я удивляюсь? Это 5 уровень уже. Не удивляйся. Ну, от этого человека у меня просто слов нету. Я не знаю, что он делал. Он тупо на СТ на быстрый не мог доехать до ПТ, который сбоку, блядь, стоял, и убить ее. Но в чем проблема? Он даже на тебя повернут не был. КВ-1 тоже на тебя повернут не был. В чем у тебя проблема? В чем проблема вот этого дегенерата, который не мог один раз пальнуть в ту говно, который базу захватывал? Ай. Ладно, все. Хорош. А то меня бомбить начинает. Много играть в танки вредно. Начинается бомбежка. 9 боев, из них 5 побед. 55% всего. Средний дамаг составил 1586. Фу, по деньгам даже в плюс вышли. Ну что же, бывает, бывает. Ну, как-то так. Ну, средней паршивости каточка, в принципе. Основные параметры, в принципе, в плюсе у нас. Ну, можно было бы и в разы лучше сыграть. Но либо у самого руки-крюки, либо команда, вот как последняя, попадается. Которая не дает сыграть лучше. Ну, а на этом с вами, друзья, прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить лайкосы, писать комментосы. Ну и, конечно, подписываться на канал, кто этого еще не сделал. Всем хорошего и удачки.